Добрый день, дамы и господа. Начинаем торжественную церемонию вручения государственных наград и наград правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Звучит гимн Российской Федерации. Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Андрей Иванович Руцинский. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Николаевича Цуканова и от себя лично поздравить всех с 88-й годовщиной образования Ханты-Мансийского автономного округа. Несколько слов из приветствия полномочного представителя президента по случаю сегодняшнего праздника. Начиная с середины 20 века, Ханты-Мансийский автономный округ играет огромную роль в экономическом развитии России. Всем известно, какие уникальные природные богатства и ресурсы имеются в округе. Но для того, чтобы освоить их, необходимы усилия тружеников Югры. Именно люди, которые исследовали эту землю, обустраивали здесь свою жизнь, создавали мощный топливно-энергетический комплекс, основу энергетической безопасности России, главное богатство округа. Огромное значение имеет сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов, сохранение их духовного наследия. Уверен, что будущее поколение жителей Ханты-Мансийского автономного округа внесут свой вклад в сохранение и приумножение славных трудовых и культурных традиций югорской земли. Сегодня мы отмечаем 88-ю годовщину со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, но общеизвестно, что Югра имеет многовековую славную историю. И в этот праздничный день я хочу пожелать всем нам мира и счастья, а великому Югорскому краю развития и процветания на многие годы и столетия. С праздником вас! В соответствии с указом президента Российской Федерации за особые заслуги в сфере строительства медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Вячеслав Степанович Волков, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, стройзаказчик, город Сургут. Пожалуйста, Вячеслав Степанович. Дорогие друзья, я предлагаю поаплодировать. Награды заслуженные.
соответствии с распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Ханты-Мансийского автономного округа Югры, благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе награждены Михаил Станиславович Козлов, генеральный директор акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания», город Ханты-Мансийск. Сергей Григорьевич Шарапов, машинист компрессорных установок цеха подготовки и перекачки нефти номер 4 акционерного общества «Самотлорнефтегаз», город Нижневартовск. Благодарю вас, Андрей Иванович. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Владимировна Комарова. Добрый вечер, дорогие земляки, уважаемые гости. Позвольте мне с самого начала поприветствовать от имени всех югорчан, наших гостей, партнеров из Сирийской Арабской Республики. Официальная делегация у нас работает в регионе. Возглавляет ее губернатор провинции Хомс господин Барази. Дорогие земляки, поздравляю вас всех с государственным праздником, Днем Конституции Российской Федерации. Статус автономного округа определен этим документом, уставом региона. Принятие Конституции Российской Федерации стало для Ханты-Мансийского автономного округа Югры важным историческим событием. Югра – древняя, суровая земля могучих рек, чистых озер, горных хребтов, таежных просторов, ягодных болот, богатых недр, земля сильных, волевых, душевных людей. Вот вы себя не видите со стороны, а я вижу весь зал. Эти умные, добрые глаза, эти красивые, мужественные лица. Это самая замечательная фотография, которую можно было бы только сделать, дорогие земляки. Сегодня мы чествуем именно таких граждан. Они заняты в образовании, здравоохранении, культуре, нефтегазовой промышленности, законотворческой деятельности. Всех нас объединяет ответственность перед Югрой, любовь к ней. В Сургутском детском саду «Белоснежка» 27 лет работает Южикова Ольга Владимировна. Специалисты отмечают высокий уровень успеваемости ее воспитанников в начальной школе. Опытный педагог, автор многих проектов, активный участник конкурсов профмастерства, наставник, награждена почетной грамотой губернатора Югры. Почти 40 лет на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли в Нижневартовском районе трудится Буцку Пантелей Андреевич. Его бригада обеспечивает бесперебойную работу месторождений, соблюдение требований по охране окружающей среды. За личные заслуги в эффективном освоении эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Пантелею Андреевичу присвоено звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры». Благодарю вас за талант, ответственность, верность выбранному делу. В год 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических летописях состоялся творческий конкурс «Югре 900». Участники конкурса – дети, взрослые, присылали рисунки, сочинения об округе, о городах, селах, делились семейными историями. Наталья Григорьевна Приходько из села Перегребное Октябрьского района в рассказе «Доброта и мудрость» пишет: «Жизнь каждого человека
его судьба – это и есть история нашего края. Я пою гимн благодарности, любви людям, что своими славными делами творят страницы истории нашей Югории. Так хочется верить, что будущие поколения так же, как все мы, будут любить и беречь свой край. Мы тоже верим, уважаемый автор, что бережное отношение к Югре неизменно благодаря преемственности поколений. Сегодня среди наград медали «Материнская слава». Ее получит и Миропольцева Елена Александровна, педагог с 18-летним стажем из Ханты-Мансийска. Елена Александровна вместе с супругом Петром Николаевичем воспитывают 7 детей. Дружная семья пришла поддержать маму. Кандидатура Елены Александровны рекомендована для награждения общим собранием коллектива, в котором она работает. Следующий год у нас в Югре объявлен годом семьи. Пусть ваша семья, уважаемая Елена Александровна, каждая югорская семья и сирийская тоже будут счастливы. Дорогие югорчане, поздравляю вас с Днем образования нашего региона. Благодарю вас за преданность югорской земле. Пусть каждый день будет наполнен, как говорит наша Мария Кузьминична, светом и добром. В соответствии с постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры, медалью Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава» награждены Светлана Анатольевна Беликова, многодетная мать, достойно воспитавшая 8 детей, Октябрьский район. Сергеевна Бикмурзина, многодетная мать, достойно воспитавшая 5 детей, Сургутский район. Татьяна Николаевна Корсакова, многодетная мать, достойно воспитавшая 8 детей, Сургутский район. Елена Александровна Миропольцева, многодетная мать, достойно воспитавшая 7 детей, город Ханты-Мансийск. Валентиновна Осипова, многодетная мать, достойная воспитавшая 5 детей, город Нефтеюганск. Значительный вклад в развитие социально-экономического потенциала автономного округа. Премия Ханты-Мансийского автономного округа Югры за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа присуждена Еремею Даниловичу Айпину, заместителю председателя Думы, председателю Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры, город Ханты-Мансийск.
За личные заслуги в изучении, сохранении, развитии и популяризации культуры, организации и проведении культурных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, связанных с воспитанием подрастающего поколения, почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Лиле Нагимовне Аитовой, преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Ленторская детская школа искусств номер 1, Сургутский район. Валентине Анатольевне Ильковой, заместителю директора по концертно-воспитательной работе Нефтеюганского районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа», Нефтеюганский район. Это все бывает от волнения. Давайте поддержим всех награждаемых аплодисментами. Любови Александровне Семисыновой, преподавателю, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств» за личные заслуги в воспитании творческих кадров. Советский район. Яне Борисовне Юркевич, заместителю директора по библиотечной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система. Город Сургут». За личные заслуги в повышении уровня механизации труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и применении современных систем автоматизации, способствующих повышению эффективности предоставляемых услуг, почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Александру Дмитриевичу Охрименко, начальнику цеха номер 4 Ленторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения», Сургутский район. За личные заслуги в эффективном освоении и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Пантелею Андреевичу Буцку, слесарю-ремонтнику нефтепромысла «Черногорнефть» открытого акционерного общества многопрофильной компании «Аган-нефтегаз-геология», Нижневартовский район. Александру Михайловичу Кротову, мастеру бригады подготовки и перекачки нефти месторождения имени Владимира Виноградова, цеха добычи нефти и газа, территориально-производственного предприятия «Ритек Белоярскнефть» акционерного общества «Ритек», Белоярский район. За личные заслуги в выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся, раскрытии их научного и творческого потенциала, почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Светлане Валентиновне Зайцевой, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 8 имени Андрея Сибирцева, город Сургут. Михайловне Григораш, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 12». За личные заслуги в дошкольном воспитании детей, выявлении и развитии индивидуальных способностей воспитанников. Город Урай.
За личные заслуги в достижении высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ почетное звание «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Алексею Александровичу Живолупу, производителю работ строительно-монтажного участка общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр», город Сургут. За личные заслуги в повышении эффективности производства, качества транспортных услуг и улучшении использования транспортных средств почетное звание «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры» присвоено Александру Николаевичу Бражникову, заместителю генерального директора по перевозкам акционерного общества «Уральское автотранспортное предприятие», город Урай. Роману Полиславовичу Давыдовичу, начальнику цеха номер 1 технического обслуживания самолетов, комплекса технического обслуживания и ремонта авиационной техники акционерного общества «Нижневартовск-Авиа», город Нижневартовск. За профессиональные достижения почетной грамотой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры награждены Наталья Викторовна Кищенко, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Нефтеюганского районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, детская музыкальная школа, Нефтеюганский район. Елена Алексеевна Кулишевич, управляющий делами администрации города Покачи. Город Покачи. Ольга Владимировна Южакова, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 39 «Белоснежка», город Сургут. За многолетнюю добросовестную работу, высокое профессиональное мастерство. Благодарность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры объявлена Надежде Георгиевне Беловой, председателю первичной профсоюзной организации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Ханты-Мансийская клиническая станция скорой медицинской помощи, город Ханты-Мансийск. Рафаилу Алямовичу Абдуллину, инженеру по оперативной работе оперативно-выездной бригады по обслуживанию подстанций Кандинского филиала акционерного общества Югорская региональная электросетевая компания, Кандинский район. Евгению Анатольевичу Волкову, главному дирижеру муниципального бюджетного учреждения культуры Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Советский район. Елене Владимировне Надымовой, заведующему отделом социокультурных проектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Советского района.
Юлии Рауфановне Пуртовой, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад номер 12, город Урай. Наталье Александровне Худалеевой, преподавателю по классу баяна и аккордеона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Солнечная детская школа искусств», Сургутский район. Татьяне Романовне Юдинцевой, заведующему отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Кандинский районный комплексный центр социального обслуживания населения, Кандинский район. Благодарю вас, Наталья Владимировна. В этот праздничный для всех югорчан день желаем всем здоровья, благополучия, энтузиазма, мира и гармонии в каждом доме, каждой семье. Примите поздравления от лучших коллективов и отдельных исполнителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры. С днем рождения, любимый округ! С праздником, дорогие земляки!
где смотрят миллионы глаз, где нету завтра, лишь сейчас. Сегодня через боль и страх. Там опять по лезвию ножа, не падая, легко бежать, всю землю на плечах держать. Сердец, у вас билет в один конец. К победе нет пути назад. Да, и даже если труден бой, сражаться вновь с самим собой, за веру в любящий. Yeah.
пройти сумеет. Сотни любых дорог, верных найди друзей.